Славный путь прошла Гатчинская детская музыкальная школа за 85 лет со дня своего основания. Созданная при активном содействии композитора Ипполитова Иванова, уроженца Гатчины, за эти годы она заслуженно стала одной из лучших музыкальных школ Ленинградской области. У меня сегодня есть особая миссия, это поручение губернатора, которую я с особым чувством выполню. Уважаемый Андрей Иванович, уважаемые руководители музыкальных школ, школ искусств Гатчинского муниципального района, уважаемые педагоги, родители, гости. 85 лет – это, конечно, возраст мудрости. Школа за этот период переживала разные времена. Менялись формации, менялись политические устои, менялись руководители. Но удалось сохранить самое главное. Удалось сохранить высокие принципы духовности и самые лучшие традиции с момента создания нашей удивительной, замечательной школы. В дни юбилея с благодарностью вспоминали тех, кто стоял у истоков создания школы, ее замечательных педагогов, воспитавших множество талантливых музыкантов, работающих сегодня и в России, и в Европе. Многие годы своеобразной визитной карточкой Гатчинской музыкальной школы был ансамбль «Гармоника» под руководством Владимира Казанцева, кстати, выпускника этой школы и более 20 лет возглавлявшего ее педагогический коллектив. 40 лет я занимаюсь оркестром, который, естественно, знают не только в Гатчине, но и за рубежом, и в Ленинградской области. Мы практически выступали на всех концертных площадках Санкт-Петербурга. Являемся лауреатами 26 международных конкурсов. 7 раз мы получали гран-при. Это Италия, Бельгия, Болгария, Норвегия, Финляндия, Швеция. Все, что было в моих силах, постарался осуществить свою мечту. То есть в школе появился орган. У нас было 6 оркестров. Не каждая музыкальная школа, даже Санкт-Петербурга, может этим гордиться. И мне хочется в этот день поздравить не только своих любимых учеников, весь коллектив и всех учащихся. Это на самом деле праздник души, творчества и музыки. Сегодня школа гордится высоким классом своих педагогов, а их более 100, и половина из них – молодежь. Свыше 700 воспитанников обучаются по классу фортепиано, гитары, скрипки и виолончели. Достойно представляют и школу, и Гатчинский район. Тринадцатилетний Михаил Лавягин награжден международным дипломом в номинации «Дети – наше будущее». Наш город стал городом воинской славы, и ты внес своим трудом, своим талантом достойный вклад в известность нашей малой родины. Прими, пожалуйста, от души сердечные поздравления, потому что действительно это очень удивительная и редкая награда, которой ты удостоен. Хочется сказать слова благодарности твоим родителям. Ты уже оценен. Не зазнавайся у нас. Ты гатчинец. Мы будем тобой гордиться. За большую концертно-просветительскую деятельность, успешные выступления на международных конкурсах, фестивалях «Юные дарования», «Юный ансамблист», Гатчинская музыкальная школа включена в список 145 лучших школ страны. У нас объединены 3 школы, и мы уже существуем несколько в другом пространстве, более крупно. И в этом направлении у нас появилось такое неожиданное, хотя мы музыкальная школа, как изобразительное отделение. В школе есть изобразительное отделение, которое мы тоже развиваем. У нас есть отделение органа, которое мы очень хотим сохранить. Традиционно пользуется спросом фортепианное направление и хоровое.
Ну и, конечно же, надо развивать новые направления. У нас вот несколько лет уже, в общем, довольно большой период, такое направление, как отделение русской традиционной певческой культуры. Это пользуется спросом, и к нам идут дети на это направление. Подводя итог 85 лет творческой жизни школы, можно с уверенностью сказать, что она достойно носит имя своего основателя, земляка, замечательного композитора Михаила Михайловича Ипполитова-Иванова. Thank you.